Ее. Вот прекрасные лавочки, опасные для жизни. Вот заходим мы в подъезд. Двери нам после многочисленных уговоров поставили, но заделать не судьба. Вот в таком состоянии у нас находится перила. Вернее, поручни. Перил как таковых нет. Нам сказали, что их нет в проекте. Все, что осталось нам от застройщика. Также вот будка трансформаторная стоит без забора, без ограждений. Вот, дети здесь играют. Куча мусора. Вот куча мусора. Это все. Нам оставили на долгую память. Здесь металлические торчат просто штыри. Вот он долго.